Всем привет! С вами Medford Media, и сегодня мы поговорим, зачем косметологу ультразвуковой аппарат и что он может увидеть с помощью ультравысокочастотного линейного датчика. Пойдемте! Мы проводим уже третий раз базовый семинар ультразвуковой диагностики для косметологов. Мы раскрываем тему ультразвука. Как вообще ткани нормальные выглядят, да? Что такое эхогенность, что такое гидрофильные, гидрофобные наполнители. Дальше мы видим такие включения, как будто отеки, но вот некоторые из них это может быть филлер на основе гиалуроновой кислоты. Нам необходима диагностика пациента, а диагностика простой и легкой может быть с помощью внедрения в практику ультразвуковой диагностики с помощью высокочастотных датчиков. Мы четко смотрим те структуры, которые мы уже знаем как косметологи, да? Мы с ними работаем, и для любого косметолога это не будет сложным. И вот он, болюс филлера на основе гиалуроновой кислоты. Хорошо видно, хорошо визуализируется. Практической работы очень много, и мы набираем маленькие группы для того, чтобы не было, опять же, такого, что кто-то не услышал, кто-то не смог взять в руки датчик. Для нас важно, чтобы датчики работали в руках у докторов, они просто были представлены. После каждого обучения доктора получают возможность общения с нами напрямую. Они могут нам присылать сонограммы, мы отвечаем им на вопросы. Датчики не вытирать самостоятельно, не трогать. Вешайте их, мы сами все сделаем. За 2 дня интенсивной работы в нашей школе доктора выходят уже со знаниями, как выглядят наполнители, что вообще мы можем найти помимо наполнителя в мягких тканях. Да, врач сможет обеспечить безопасную работу для пациента или правильную дальнейшую тактику ведения своих процедур. И нам важно знать точно, где наполнитель находится, биодеградирует он или нет. Таким образом, сформировалась потребность специалистов в ультразвуковой диагностике, которая стала интересна косметологам, ультразвуковым диагностам и даже к стоматологам. Ваша задача – положить датчик себе на руку и вот давлениями и передвижениями понимать, как вы видите или не видите картинку. За 2 дня нашего обучения доктор получает очень много практики. И вот эта практическая работа различных наполнителей, которые мы видим в тканях, достаточно для того, чтобы доктор пришел в свой кабинет и уже смог начать работать и видеть ту или иную картину в мягких тканях у пациента. Это очень важный момент. И еще такой момент, нам важно всегда знать, что если вдруг происходит патовая ситуация, и мы получаем ишемию или тромбоэмболию во время процедуры, если у нас есть ультразвуковая диагностика, мы поставили датчик, под контролем ультразвука вводим антидот или физраствор для размывания того или иного наполнителя и получаем сразу положительный результат, положительную динамику нашего осложнения. Мы можем поставить руку на инъекцию под контролем ультразвуковой диагностики. Итак, друзья, сегодня мы с вами убедились, что ультразвуковой аппарат от Mindray такая же необходимость для косметологии, как и, например, лазер. Поэтому, если вы хотите освоить ультразвуковую визуализацию в косметологии, вы знаете, куда пойти учиться и где покупать аппарат. Ой, чуть не забыла. Подписывайтесь и ставьте лайки. Нам будет приятно.